последние два сезона ему пели оды, что, мол, техничен, игру понимает, и все, и катание бесподобное, но не хватает ему веса. И у меня такое было впечатление, что с прошлого сезона он прибавил килограмм 5 или 6 от нас. Терен побольше, но у него навыков вот схваток таких бойцовских меньше, чем у Криса Кинга. Криса Кинга даже пытались бойцы записать явные, а Терен просто большой здоровый парень. Так что я думаю, тот Кинг победит в этой схватке. Противостояние, да, жующий Пэт Куин. И в таком совершенно драконе.